История персонажей. Ланселот. Ланселот родом из семьи барокко в стране рассвета. С юных лет он проявил себя как умелый фехтовальщик и, получая массу похвалы, стал излишне самоуверенным. Когда магические племена атаковали, Ланселот, который только что проснулся от алкогольного сна, самонадеянно бросился на них. После нескольких побед он оставил позади свою стражу и преследовал оставшиеся силы противника в одиночестве. Но вскоре племена перегруппировались и одолели его в горах. Истекающего кровью воина нашла принцесса Адетта и выходила в замке Лебедя. После знакомства с принцессой Адеттой он сразу влюбился в ее чистоту и понял, насколько он был надменным и мелочным в прошлом. Когда он восстанавливал силы в замке, Ланселот осознал магическую силу семьи Регина. Он смог использовать ее в своем боевом искусстве. Кульминацией этого стал прием «Шаг в тень». Теперь он снова отправляется на боевую арену, чтобы проверить свои новые навыки.